Всю жизнь его преследовали неудачи, когда ему казалось, что жизнь наконец-то налаживается. Горизонт застилала черная полоса. Так произошло, и в этот раз его уволили из ТЮЗа. Лишили жилья, и обращаться парню пришлось к единственному близкому человеку. Его отец Дмитрий не был рад приходу сына. 3 года назад Иван ушел из дома и за это время ни разу не связался с отцом. Но у судьбы свои пути, и вскоре они будут зависеть друг от друга. Премьера сериала «Кибер Иван» состоялась летом этого года на телеканале СТС. Главные роли картине исполнили Александр Метелкин, Камиль Ларин, Дмитрий Астрахан, Нина Студилина и другие. Продолжение комедии «Кибер Иван», а точнее второй сезон, может выйти в середине 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о любимых сериалах.